Так, ну что, попробуем пельмени Чижика. Возьмем две штуки, пожарим и просто сварим. Так, ну, поставил воду, посолил. Лаврушку всегда добавляю. А вы как, добавляете лаврушку? Ну, и жду пока. Будем ждать, пока закипит. Так, ну сами пельмени, что у нас тут? Тесте замороженные пельмени элитные категории Б. Состав: мука пшеничная, хлебопекарного высшего сорта, говядина, свинина, вода, лук репчатый, жир, сырец, шпик, меланж, сухое молоко, соль, перец, ну всякие там добавки, срок годности, условия хранения, изготовитель: Россия, Ленинградская область, Всеволжский район, Ковалева, поселок Ковалева, читаю. Так, а еще есть Московская область, кирпичный проезд, потом что-то тут Санкт-Петербург, короче, Морозко, вот, изготовитель ООО Морозко, 800 грамм тут, рекомендации применения: варить в кипящей подсоленной воде 10 грамм соли на литр воды, при соотношении пельменей и воды 1 к 4, в течение 6-8 минут после всплытия пельменей. Ну, я буду варить кастрюли, и помимо их готовности, они будут чуть-чуть всплывать, я половину пожарю. Как-то так. 800 грамм, да. Вот такой длинный пакет сделал. Так, водичка закипела. Сейчас надо высыпать. Вот так они просто выглядят. Обычные кругленькие. Все, сейчас мешать, варить, жарить, парить и кушать. Так, пельмешки чуть подварились. О, один вывалился, ну ничего. Жарю пельмени только на сливочном масле. Как вы жарите, я не знаю, а я только так. Вот пельмени чуть подварились, поднялись, и все, можно выкладывать, жарить их. Назад. Ну и все. Дальше жарим, парим. Так, ну что, первая партия готовы, вареные. Сейчас попробовать так, без сметанки. Вкусненько. Ну. Мне кажется, нас немного. Как губка, да? Такое мясо, вот и дочарь, такое непонятно, как губка. Ну, вкус, они вкусные. Ну, как говорится, едали и повкуснее, да? Со сметаной будет, наверное, точно вкусно. Телефон ляпнул. Да, туши, бля, не хочет. Сейчас хочу показать, какое мясо тут. Такой прям упругий шарик. Оболочка твердая, внутри мягкая. Короче, непонятная, но как бы не. Второй раз брать точно не буду.
Ну, попробовать можно. Но не очень. Чем дальше есть, тем ешь или кушаешь, ешь. Понимаешь, а? Не, понимаешь, что они не фонтан, честно сказать. Мне не понравилось. Дочь, я не знаю, там попозже сейчас. Может, тоже, может, ей жареный понравится. Она уже. Ну, понял. Я уже. Она уже попробовала. Ну, сейчас будем есть жареные, дальше расскажем. Пусть тесто изменилось, а пусть мясо не изменится. Ну да. Из-за специй, да, вкуснее стало? Да. Ну, так что сейчас я попробую. Ну, вот такие жареные получились. Хрустят. Самое, чего, так сказать, интересное, у них бульона практически нету. Нет вот этой волшебной жижки, подливки, где это есть. Мясо осталось такое же по вкусу, только тесто чуть-чуть изменилось из-за того, что поджарилось. Не, второй раз точно брать не буду, по-любому. Да, дочь? Поможет волшебная сметанка. Всем приятного аппетита. Всем спасибо. Всем пока.